Это у нас журналист Грэм уже фактически залез на решетки, чтобы сфотографировать медведей. Второй день он никак не может расстаться с животными, Олег Алексеевич. Олег Алексеевич заодно тут же полил что-то, а Грэм снимает. А я как раз опять их нашла. Грэма, думаю, никак он не может уехать. Видно, ему очень у нас нравится у вас. Что он уже, да, даже уже сверху, да? Даже уже рядышком, вообще близко-близко. Вам понравилось, Олег Алексеевич? Такие глаза удивленные. Где-то есть еще так хотя бы похожее что-то, Грэм? Такого больше нет. Медведь нюхает. Сейчас встанет тоже на лап. О, Грэм и Миша. Непонятно, кто удовольствие больше получает. Ой, трется, трется. Обнимашки хочет языком. Камеру. Тоже поцеловать. Поцеловать, да, обнимашки. Ой, ой, трется. Животные, дети чувствуют хороших людей, кто к ним открыто. Ой, и лапки ставит, и это щекой поворачивается. Ой, искупалась, да. О, вот и спину подставляет. Почухайте спинку. Я попробовала. Ну-ка, там маленький медвежонок. Да? Пошла, проверила медвежат и опять Грэму. И не рычит, главное. О, ой, ну все, опять встала на лапы. Ладушки играет. Ой. Я же не ясно, кто получает больше удовольствия. Ой, и зубы, и пасть откроет. Обнимашки, целовашки. Вот, согнала малышей. Сидите дома, да. Мало ли что. Да. Они все-таки тоже любознательны. О. Теперь вышла медведица, да? Тоже хочет свою долю внимания. Он погнал этого, он ничего на него не зарычал. Нет, это защищает малышей на всякий случай. Иди сюда, обнимашки. А. Обнимашки, да. Ой, ой, лижет обувь. Обнимашки, целовашки, целовашки. Ой, обувь лижет. Спасибо. Моет. Спасибо. Запачкался. Спасибо. Он языком обувь мой. О, уже и задом, уже то спину, то зад, то бок. Повернулся. А? Вот отсюда. Сними отсюда. А живот как воду высосать. Ага. Как Грэм Филлипс. Написано, да. Трет медведю спинку. Под табличкой. Осторожно, животные могут кусаться. Ой, уже и станцевал. Ой, и так лапой, и этот бочок. Аккуратно, зубы. Да, зубы. Ой, как бы до тебя дотянуться, да? Как тебе повезло? О, уже не так уж.